приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. В маленьком губернском городе с замиранием сердца ждут ревизора. Местные чиновники так напуганы, что принимают за проверяющее лицо молодого бездельника и балагура Хлестакова. Вечное произведение со знакомым каждому сюжетом теперь и на сцене мастеровых. Поставил комедию режиссер Денис Хусняров, известный челнинским театралом по таким постановкам, как «Кроличья нора» и «Карл и Анна». После, значит, спектакля «Осенняя скука», который сейчас называется «Конечная остановка», мы на какое-то время эксперименты прекратили. Это классическая, но она, вы знаете, не бывает чистой классики. То есть все равно какие-то элементы хулиганские режиссеры вставляют. Совсем не классическими оказались декорации к спектаклю. Это большая картонная коробка, откуда то и дело вылезают герои и всплывают различные предметы мебели. Неисторические и костюмы героев. Белый фрак и цилиндр Хлестакова против коричневой массы чиновников, выдающие в них сущность паразитирующих насекомых. Вдохновлялась, честно говоря, знаете, даже рассматривала тараканов. Неприятная штука, но рассматривала цвета. Вот все цвета взяты с таракана. Образ Гоголя умело вписан в постановку, и это еще один необычный режиссерский ход, который смогли оценить первые зрители «Ревизора». Мне очень нравится Бобчинский и Дубчинский. Хорошая идея. Фон современный от гоголевского губернского города отличается от замысла, но я думаю, что очень интересно. Елена Минхаирова, Петр Греков, «Новости Татарстана». 25 лет в эфире. С вами и для вас.